Две яблони, им по 7 лет, на обоих мокрые стволы. Мокрые? Вот вам и отсутствие холмов. А на одной еще и кроны не в порядке, листья сохнут. Вы понимаете, ребята, вот дальше будет так называемый комментарий, и будут с умным видом друг друга переводить, спорить между собой. Вот это вот, вот это сгнила корневая шейка. Вот причина вот этого вот. Вот причина вот этого вот. Когда я уже сколько к ним обращался. И вот что я сейчас как бы немножко уже от своего имени, я уже не к Елене Александровне обращаюсь. Ну, когда-то еще побелка была. Все гниет, все гниет. Понимаете, здесь нет корневой шейки. Это, он так выращен, без корневой шейки. Это так называемый клоновый подвой. И, наконец, когда вот это вот начинается, фунгициды, опрыскивания, а еще добавляют крону проредить, то есть больное искалечило дерево, еще дальше продолжать калечить. Вот. Видите? И болезни куча, и уже спорят, что за болезни. И дальше вот это вот. И никогда они не изменятся, никогда они не это самое. Уже сколько я фильмов специально создал, говорю, девчата, вот выпускница тебя, садитесь за парты. Я вас сейчас покажу, научу. Не, уже редкий случай, обычно показывают вот так, и тут же набрать советы, хотя ни одно дерево никогда не вылезло, оно гнилое. В этот раз человек показал основание штамба. Ну тут-то можно было уж догадаться-то. Я бы ему сказал, у меня такое желание было написать, раскопай землю вот здесь вот, увидишь, что все гниет. Ну еще, если раскопаешь и чуть-чуть получится, что гнилье вылезет как бы на воздух, чуть-чуть может поджить, это я совет даю. Чуть-чуть может поджить, может, чуть-чуть. Вот. Ну тогда часть кроны убирается, но не так, как это осветление. Отрезается верхняя половина кроны, просто отрезается. В надежде, что оставшегося сока, вот тут все сгнило, хватит на то, чтобы выкормить нижнюю половину. Еще раз, нижнюю половину выкормить легче, чем верхнюю. Отсюда один из идиотских способов, когда говорят, отрежьте нижние скелетные ветки. Помните, сколько я это? Что будет, если я напишу, что вот здесь раскопать? И вот этот совет. Меня такой грязью обольют. Это просто ужас. Вот. Вот Кэти Чизман, одна из умнейших тут, кто присутствует. Бактериальный ожог. Я надеюсь, если она увидит когда-нибудь этот фильм, она поймет, что все-таки железо правее.